Всем привет, с вами Стерлат. Продолжение прохождения PS2 с режиме Стальной Легендой. И мы начинаем матч против... А нет, мы не начинаем матч. Так, сегодня игра против Карен. Я включил стартовый состав, отлично. Так. Ну что, начинаем матч. Вот это уже 100% последняя серия. Записанная в пятницу, потому что я уже начинаю уставать, и поэтому немного тупить. Да уйди ты от меня. О, шанс. Давай. Ну ничего, удар стор есть. Уже что-то. По крайней мере, дух команды должно поднять то, что мы с первых минут начинаем хороший такой прессинг команды противника. Давай. Эх, ты ж как. Ой-ой-ой. Ой, нет. Обидно, конечно, что не забил. Мне был бы плюс от этого. Ой-ой-ой. Молодец, чувак. Так и не смог разглядеть. Это, кто на воротах? Мне показалось, что то мой как раз любимый вратарь. Блин. Я там слышал мяч. Да уж. Ну ничего. Так. Ух ты ж. Да разворачивайся, ты нормально, что творишь. Как-то. Опять. Тупит мой персонаж. Нарушение, да. Да что ты махаешь? Было нарушение. Ну, ну почему так? Вот почему? Вот, рядом пролетает вот так мяч, но все никак не могу забить. Блин. Я хотел принять. Держи, чувак. Давай. Ну вот, пытался там что-то закрутить, но как-то... неправильно. Блин, уже и заикаться начал. Что со мной? Со мной ужас. Так. Ну еще раз повторю, что... это прохождение чисто для моего обучения снимать, комментировать, монтировать и всякое такое. А потом уже, когда я куплю новый компьютер... О, да, кстати. Тот вратарь, который мне нравится. Я, он отлично сейчас играл, я думаю. Другой бы начал бы отбивать перед собой мяч. Так, на чем я закончил? Ну да, что... тут я чисто учусь. А потом, когда куплю новый компьютер, я уже буду серьезно относиться ко всем прохождениям. Так что не судите меня. О, наш капитан нарушил. Нам плохо. Так. Ну, 0-0 пока что. Начинаю второй тайм. И, кстати, я же вспомнил, почему я так хорошо играл за Олимпик Марсель и много забивал, и, ну, и голевых передач у меня было много. И сама команда даже без меня, как-то я много и произношу, без меня хорошо играла. Это потому, что там Бензема был. Поэтому... все так хорошо и поворачивалось. Он, конечно, меня очень бесил, потому что он много моих голов отбирал. Но... потому что я когда бил поворотом, очень часто он оказывался рядом и добивал мяч. Хоть мой мяч залетал. Что так? На мой взгляд, он зря перешел в Реал. Его карьера там совершенно не идет.
Да, блин. Но это лишь мое мнение. Вы можете считать по-другому. Отлично. Давай, молодец, успел. Так. Ой-ой. Ага, так, сейчас будем что-то делать. Я вот думаю, какую бы сейчас стратегию применить, чтобы получше. Молодец, вратарь. Вот он прям нравится мне. Просто по сравнению с тем, он супер отличный. Наш игрок под вторым номером травму получил. Да, это очень плохо, потому что у нас мало хороших игроков в этой команде. Ну и что, ты куда-то побежал? Ты что, не видел, куда мяч летит? Да уж. Да, не было нарушения, что там. Купили судьбу, как я люблю говорить. Или еще симулянт. Ой-ой-ой-ой. Беги, беги, беги. Сейчас нужно защиту, защиту, защиту. Молодцы. Да, нас, конечно, там много. Ого. Что самое интересное, он просит мяч. Хоть он один против такой толпы будет. Держи. Молодец. Ну и что он может там сделать против такой толпы, блин. Вот просто мало игроков идет нападение нашей команды. В основном они то в защите толкутся, то еще где-то. Ну, в основном там, где нужно, поэтому. Сейчас будем стараться. О. Ого. Ого. Ну. Эй. Ту. Я не могу просто. Сколько уже раз была эта сраная штанга? Сколько можно? Пасуй мне, я махаю тебе. Спасибо. Держи, друг. Так. Ну, забивай! Наконец-то! Все, супер. Отлично. Надеюсь, опять же, не очень громким был мой хлопок. Ну ничего, супер. Я не стал записывать уже. Волна, ладно. Так, отлично, прям на последней минуте. Что там, отлично поработал, оправдал мои ожидания, 7-0. И какое у нас теперь место? До сих пор 19-е. Авиан до сих пор там. Что у него там? Капец, ну они... Жесть. Бедная команда. Так, ага, Малага будет. Я включил стартовый состав. Пробейте створ ворот 3 раза. Я уверен на 100%, что у меня это не выйдет. Я уже икать начал даже. Я это вырежу. Звуки икания. Ну, на этом все. Я больше записывать не буду, потому что у меня даже места не хватит, я уверен. Увидимся.